Хомячи попробовали себя в разных видах спорта в одном месте. Понять, какие занятия по душе, помогла выставка «Спорт, молодость, здоровье». «Спорт, молодость и здоровье» в одном помещении вмещает выставка с одноименным названием. Спортсменов позитивный настрой отрывает от таблиц и будничных тренировок, как и губернатора, который, раздавая награды за вклад в развитие спорта, не устает. Подчеркивает, массовый спорт – основа высоких достижений. «Правительство Омской области уделяет огромное внимание спорту, именно массовому спорту. Это и строительство новых сооружений, строительство открытых спортивных площадок, это поддержка молодых спортсменов и детских школ, которые сегодня у нас есть на территории». Прыжки на батуте – дисциплина молодая, но уже олимпийская. В этом виде спорта мы всегда в числе фаворитов. Ренат Смагулов, в прошлом спортивный гимнаст, вот уже 3 года руководит областной федерацией прыжков на батуте. Рассказывает, что развивать гибкость и ловкость никогда не поздно. А вот для высоких достижений лучше начать, пока ты еще чуть ниже батута. «У нас занимаются и дети маленькие, с 4 лет, и есть взрослые группы. Для взрослых без подготовки приходят с нуля и могут попробовать попрыгать на батуте. То есть, и через какое-то время начинают даже делать элементы». Цель выставки – показать доступность занятий спортом. Представители спортивного многоборья, его крепкие парни зовут кроссфитом, рассказывают, что нагрузки подбираются индивидуально. Начать никогда не поздно. 5, 4, 3, 2, 1, время! Это сейчас она помогает вести обратный отсчет для пластающихся на полу парней и новичков. Анастасия Рубцова почти ветеран. Год назад пришла просто, чтобы поправить фигуру, укращать блины и штанги. Так понравилось, что осталось. «Сначала смотрела фотографии, думаю, штанги, гири, наверное, это не мое. Потом решила, что надо сходить попробовать. Ну и как-то вот пришла. Потом сначала бросила, потом все-таки я вернулась и поняла, что без кроссфита уже жизнь не та. Это выброс энергии. Блин, это надо попробовать. Вот сначала, пока не попробуешь, не поймешь, что это». Ну что, попробуем? На старт. Внимание. Марш! Спорт силы или ума – это не так важно. Чтобы достичь каких-то высот и успехов, нужно тренироваться и еще раз тренироваться. Николай Евенко и Александр Филиппов. Антенна 7.